Коллеги, добрый день. Думаю, что давайте потихоньку начинать. Тема сегодняшнего вебинара — Маврикий, сеть отелей Marriott. Спикер вебинара — Наталья Вебер, директор по продажам России, стран СНГ и Турции. Наталья, передаю вам слово. Можете, пожалуйста, начинать. Наталья, вас не слышно, у вас микрофон выключен. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, теперь все слышно. Сейчас мы будем подключать презентацию и потихонечку начинать. Поставьте, пожалуйста, пару плюсов в чате, чтобы я знала, что у нас все в порядке с аудио. Да? Отлично. Здорово. Спасибо большое. Ну что, всем еще раз добрый день. Меня зовут Наташа Вебер. Я представляю сеть отелей Marriott на острове Маврикий. У нас на Маврикии представлено три отеля в нашей цепочке. Это отель Le Méridien El Maurice, отель The Westin Turtle Bay и отель JW Marriott Mauritius. Первые два отеля – это наши отели уровня 5 звезд, и JW у нас позиционируется как пятерка Deluxe. Да? Напишите, пожалуйста, в чате, знакомы ли вы с островом Маврикий, был ли уже кто-то из вас на острове, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы бывали. И если вы новичок по направлению на наши отели, не видели острова, пока не знаете, поставьте минус, чтобы я тоже знала, насколько издалека и насколько детально нам нужно развить этот вопрос, да? Жду пару реакций в чате. Вот. Ну что, пока перехожу к следующему слайду. Маврикий. Маврикий – чудесная локация. Я думаю, что многие из вас были на вчерашней презентации, которую организовывал, да, туроператор Fun & Sun совместно с Жанной Елисеевой, и вы смогли прослушать общую информацию по острову. Я скажу лишь несколько слов о том, что касается расположения наших отелей, да, по периметру острова. Вот здесь на карте несколькими точечками обозначены как раз локации наших отелей. На западном, северо-западном побережье расположились Le Méridien и Westin, и на юго-западном побережье расположился наш отель JW Marriott. Соответственно, все наши отели на западной стороне острова, поэтому самые красивые закаты, конечно же, Live and Direct, они будут случаться именно в этой части острова. Маврикий достаточно большой остров, если сравнивать его с другими тропическими островами, да, 60 километров с севера на юг и до 40 километров с запада на восток. В отличие, допустим, от Сейшел и от Мальдив, предлагает тоже широкий выбор экскурсий, возможность поездок по острову, посещение исторических достопримечательностей, ботанических садов, да, есть парки, зоопарки, где можно погулять со львами, где можно покормить жирафиков, где можно покататься на квадроциклах или полетать на тарзанке. Но это, естественно, помимо всех морских развлечений, которые будут представлены на Маврикии также, да, самым широчайшим образом, как и на других островах Индийского океана. Но вот в дополнение, да, к морским и водным развлечениям, здесь еще и очень-очень богатый выбор экскурсий. Если мы будем говорить о наших отелях, начнем с отеля Westin Turtle Bay. Это наш отель уровня 5 звезд, расположенный на западном побережье. Очень такой классический, да, как следует из названия, расположен рядом с Черепаховой бухтой, Turtle Bay. Это морской заповедник, да, и здесь будет очень богатый подводный мир. Для тех, кто любит понырять, да, с маской поплавать, здесь есть что посмотреть. Многообразие рыбок, можно встретить морских черепах. Это действительно потрясающе красивое зрелище. Как и все отели Westin, концепция Westin на Маврикии в том числе построена вокруг wellness, да? Нам важно, чтобы нашим гостям было хорошо во всем, чтобы они хорошо и удобно спали, чтобы они прекрасно, вкусно, да, и хорошо кушали, чтобы они хорошо двигались, занимались спортом, даже когда находятся на отдыхе, чтобы они себя прекрасно и замечательно чувствовали, чтобы они хорошо работали, если вдруг у них случилась такая оказия, да, поработать во время пребывания на Маврикии, и чтобы они хорошо играли. Потому что игры, да, и развлечения, они касаются не только наших маленьких гостей, но и наших взрослых гостей, которые присутствуют на наших курортах. Если мы говорим о хорошем сне, да, в первую очередь это касается наших потрясающих матрасов Heavenly Beds, которые представлены в каждой категории номера.
А номера в отеле, да, как я уже сказала, по стилю будут достаточно классические. То есть это такая классная, качественная пятерка, представленная на острове Маврикий. Какие категории у нас есть? Базовая категория в этом отеле называется «Делакс». Они очень просторны по размеру, да, то есть базовые категории у нас будут по 63 квадратных метра, полностью идентичны внутри своим оснащением и своим декором, но будут различаться по расположению, да. Будут делаксы с видом на сад чуть-чуть в глубине отеля, чем ближе к океану, да, с видом на океан Ocean Grand Deluxe, с прямым видом на океан Beachfront Grand Deluxe, и также в этой категории будут представлены Family Deluxe Rooms. Чуть-чуть больше по размеру, да, 66 квадратных метров. Если смотреть на эти четыре категории, пожалуй, большим спросом в странах СНГ у нас будут пользоваться, конечно же, категории Beachfront, потому что наши гости всегда любят быть чуть-чуть поближе к пляжу. Следующая категория, представленная в этом отеле, это наши junior suite. По площади они уже фактически в два раза больше, чем предыдущая категория, да, и они идут у нас по 124 квадратных метра. Будут расположены на втором или на третьем этаже с потрясающим просторным балконом. Очень большой популярностью, кстати, пользуются, да, при бронировании, поэтому хочу обратить на эту категорию ваше особое внимание. Они у нас есть как с видом на сад, так с видом на бассейн и с видом на океан. Ну, здесь любят действительно эти номера за их простор, потому что терраса, помимо, да, традиционной чилл-зоны, да, такой расслабляющей зоны, предлагает зону для обедов, завтраков и ужинов, красивейшее кресло-качалку, которое там представлено, свои собственные ваши эксклюзивные шезлонги. То есть вы можете, в принципе, провести несколько дней, вообще не выходя из номера. Многие гости заказывают завтраки, обеды на террасу и проводят большую часть времени непосредственно на своей эксклюзивной террасе. Далее, если позволяет бюджет, да, либо гости привыкли отдыхать в еще более просторных номерах, можно рассмотреть наши Beachfront Banyan Suite 160 квадратных метров или наши Beachfront Ocean Suite 195 квадратных метров. И та, и другая категория находится непосредственно на первой линии, да, относительно пляжа, с прямым выходом к океану, к Индийскому океану, с прямым видом на Индийский океан. Поэтому, если ваши гости, да, предпочитают такое VIP-размещение, вот можете еще и на эти номера обратить свое внимание. Если мы перемещаемся дальше, да, к feel well, категории «хорошо себя чувствовать», то здесь, конечно же, в первую очередь вам поможет наш спа. Heavenly Spa – совершенно потрясающие спа-процедуры. И вот честно скажу, я базируюсь на Маврикии, да, уже вот последние 20 лет, опробовала все наши спа-центры, и вот почему-то именно со спа-центром Вестони у меня сложилась особая такая, да, любовь, у меня особое к нему отношение. Прекрасный спа-центр, потрясающие терапевты. И действительно у вас вот это остается ощущение дзен еще очень-очень долго после посещения спа-центра. Очень рекомендую, да, для вас, если вы будете сами посещать остров Маврикий, ну и, конечно же, для ваших гостей. Помимо спа-процедур, также важно хорошо себя чувствовать и хорошо двигаться, поэтому в отеле разработаны специальные программы по wellness и оздоровлению. Вы можете выбрать любые, да, программы на ваше усмотрение. У нас обязательно будет на всю неделю расписана детальная программа и с йогой, и с стретчингом, и с тай-чи, да, можно выбрать маршрут, по которому вы можете пробежаться непосредственно по пляжу отеля, да, или вблизи отеля. Мы разработали специальные маршруты в непосредственной близости от отеля для тех гостей, которые хотят продолжать оставаться в форме, заниматься, да, собственным wellness, даже будучи в отпуске. Очень классный мини-клуб, рекомендуем к посещению, открыт для детей с 4 до 12 лет. Детки младше 4 лет также могут посещать наш мини-клуб, но здесь важно, чтобы они были в сопровождении кого-то из взрослых. То есть либо это будет один из родителей, либо нянечка, да, которая может сопровождать ребенка, пока тот находится в мини-клубе. Ну и, конечно же, важно хорошо питаться, важно хорошо кушать. Особого внимания в этом отеле заслуживают наши рестораны. Потрясающий выбор, да, из 5 ресторанов здесь у вас будет представлен в главном ресторане Seasonal Taste. Он у нас будет открыт как на завтрак, так и на ужин.
Здесь обязательно будет станция со здоровой, да, едой и напитками. Все больше и больше наших гостей имеют какие-то специальные предпочтения, да, когда это касается еды. Кто-то предпочитает безлактозную диету, кто-то желает опробовать, да, детокс-соки на завтрак, либо на ужин, ну, на завтрак, конечно, в основном. И у нас для таких гостей будет специальная секция, отведена даже в параметрах главного ресторана. А потрясающие тематические ужины у нас здесь будут представлены. Очень хвалят вечер морепродуктов, да, вот на фотографии слева сверху видно. Здесь и огромные вкусные морские ежи, и устрицы, и мидии, и королевские креветки, да, все это будет представлено к вашему вниманию на шведском столе в главном ресторане. Они всегда организуют классную фотозону на входе в ресторан, поэтому каждый вечер тематика шведского стола будет меняться, каждый вечер, да, декорации и общее настроение в ресторане будет меняться, и вы можете прочувствовать на себе новую атмосферу, да, каждый день. Помимо главного ресторана существует ресторан «Канган», где представлена индийская и азиатская кухня. Открыт он у нас будет только на ужин. Хочется отметить, что все самые острые соусы мы всегда будем подавать отдельно, да, с учетом европейских предпочтений, потому что не все, да, гости европейского происхождения любят очень острую кухню, но есть и те, кто ее по достоинству ценит. Да. Поэтому обычно такие соусы мы будем подавать, да, вот на стороне в небольшом блюдечке, чтобы гости уже на свой вкус могли добавить столько соуса, сколько им будет необходимо. Очень популярный среди наших гостей из стран СНГ, особенно, да, ресторан «Beach Grill». Здесь у нас будет представлена итальянская и средиземноморская кухня. Ресторан открыт на обед и на ужин. Как видите по фото, он достаточно камерный, расположен прямо на первой линии, да, вот относительно пляжа. А поскольку достаточно небольшого размера ресторан, рекомендуем столик здесь на ужин или на обед бронировать заранее, да, чтобы гарантированно были места для ваших гостей. Потрясающие тематические вечера здесь проходят, вечера морепродуктов, смешанные, да, меню, когда у нас будет представлено surf in turf, да, это и морепродукты, и мясо, специальные вечера с лобстер меню, поэтому я думаю, что каждый здесь найдет что-то на свой вкус. Дальше, непосредственно на пляже расположился ресторан Fusion, который у нас открыт на время ужина, да, с 7 до 10 вечера. Здесь у вас будет представлена паназиатская кухня, суши, и совершенно недавно мы добавили сюда еще и типаньяки, да, зону, поэтому для тех, кто любит азиатские специалитеты, очень рекомендуем во время ужина зайти в ресторан Fusion. И рядышком здесь же расположился Mystic Wine Lounge. Он открыт в течение всего дня. В обеденное время работает, да, как ресторан для обеда с морепродуктами, с легкими закусками. Во второй половине дня открыт на чай. И вечером от 7 до 10 будет открыт на ужин. Раз в неделю мы здесь проводим диджейские вечеринки, обязательная музыкальная программа, да, каждый вечер, поэтому вашим гостям здесь никогда не будет скучно. Ну и рядышком, да, расположился наш главный бар, Retreat Bar and Lounge. Здесь в течение дня можно заказать напитки, любые напитки на ваш вкус, и легкие закуски, да, если вы хотите перекусить что-то в течение дня. Отель у нас этот работает на системе полупансиона, то есть базовые тарифы у нас идут на хавборде. Также существует доплата за полный пансион и all-inclusive. То есть, в принципе, три основных плана питания здесь будут представлены. И гости, в зависимости, да, от конфигурации их бронирования, либо это пара, либо это семья, в зависимости от их предпочтений, могут выбрать тот мил-план, который для них будет более адаптирован. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по этому отелю, прежде чем мы перейдем к следующему, или мы можем продолжать. Если меня по-прежнему хорошо слышно, поставьте пару плюсиков в чате, чтобы я знала, да, что у нас до сих пор все в порядке со связью. Если есть какой-то вопрос, пожалуйста, пишите в чате. Так, сейчас, секундочку, откроем чат, проверим. Все ли у нас good? Да? Все хорошо? Можем продолжать? Окей, ну давайте тогда будем переходить к следующему нашему отелю.
Следующий отель в коллекции сети отелей Marriott на Маврикии – это отель Le Méridien Île Maurice. Этот отель был полностью реновирован, и мы его открыли совершенно недавно, в феврале 2022 года. Ранее отель был представлен как отель уровня 4 звезды, был закрыт в течение всей пандемии, да, мы закрыли его еще в 2019 году на полную реновацию, вложили туда 60 миллионов евро и в феврале этого года открыли его как 5-звездочный отель. Совершенно потрясающий курорт, все номера, все рестораны, все бары, все бассейны полностью были перестроены с нуля, да, то есть это полностью новый продукт. Если кто-то из вас что-то читал, слышал о нем ранее, либо смотрел его ранее, да, во время одного из рекламных туров, можете смело все забыть, да, потому что это абсолютно новый реновированный продукт. Потрясающая линия пляжа длиной в 1 километр. Есть зона как для семей, так и зона только для взрослых, которую мы называем «Нирвана». То есть те гости, которые хотят, чтобы гарантированно рядышком, да, соседей с детьми не было, чтобы было тихо, отдых только для пар такой, да, более ханимунерский отдых, более отдых для молодоженов, расслабляющий парный отдых, они могут выбрать крыло Нирвана. Отель достаточно большой, здесь у нас представлен 261 номер, поэтому он подойдет как для индивидуальных гостей, так для и групповых заездов, да, то есть если вдруг у вас случаются групповые запросы на Маврикии, можете смело рассматривать этот отель. Базовая категория номеров здесь будет называться «Делакс», так же, как и в предыдущем отеле. Они очень просторные по размеру, 60 квадратных метров у нас идет базовая категория, да, и мы здесь можем размещать до 2+2, то есть двое взрослых и двое детей. На первом этаже у нас располагаются стандартные «Делаксы», «Бичфронт премиум» будут находиться на втором и на третьем этажах. Да, вот вы видите на второй картиночке как раз-таки с балконом, с панорамным видом на Индийский океан. И это вообще особенность этого отеля. Здесь все рестораны, все бары, даже спортзал, даже наш спа-центр и абсолютно все номера будут иметь вид, прямой вид на Индийский океан. Чуть более просторные наши семейные Deluxe Rooms и Royal Suite, вот как раз-таки тот номер, который вы видите на картинке, да, высотой в 2 этажа, 150 квадратных метров, это номера только для пар, очень хорошо подойдут для как раз-таки медового месяца. Ну и наше крыло Нирвана, это отдельное крыло, где мы размещаем только взрослых. Здесь у нас будут 3 категории номеров: Нирвана Deluxe, Нирвана Премиум и Нирвана Престиж Сьюты с бассейном. И главная особенность в том, что здесь у нас, да, будут очень просторные номера, 120 фактически квадратных метров. И у каждого такого номера на задней террасе, да, вот как вы видите на картиночке сверху, будет небольшой бассейн. Что важно, да, что он находится именно на задней террасе, то есть у этого бассейна есть определенная приватность, хорошо подойдет, да, для тех, кто именно любит приватный отдых в номерах категории «Сьют». В зоне Нирвана будет свой отдельный бассейн только для взрослых и отдельный ресторан для завтраков только для гостей этого крыла. Вот таким вот образом выглядит бассейн, да, в крыле Нирвана. И помните, я вам говорила, что все наши отели находятся на западном побережье, поэтому самые красивые закаты, они как раз-таки на этой стороне острова. И вот заметьте, в нижней части бассейна, да, там прямо в самом бассейне расположились столики и вот такие вот диванчики, поэтому наши гости могут вечером на закате, да, прийти сюда с бокальчиком игристого, и многие, кстати, именно заката дожидаются в бассейне, то есть они заказывают, да, себе вот этот вот сандаун и дринк как раз-таки на момент заката, расположатся в бассейне, дождутся, пока солнышко зайдет за горизонт. И вот, кстати, вы знаете, да, что самый последний лучик, когда солнце упало за горизонт, да, вот самый-самый последний лучик света, то есть солнце, оно идет желтое-желтое-желтое, а последний луч – это всегда зеленая точка. Вот если вы будете где-то на островах Индийского океана, обратите, пожалуйста, на этот момент внимание. Мы говорили о том, что отель также хорошо подойдет, да, для групп. У нас есть прекрасные возможности для конференций.
прекрасный болрум, да, такая бальная зала, как мы ее называем, 740 квадратных метров, здесь можно с комфортом разместить до 650 гостей. То есть, если вдруг групповые запросы у вас случаются на Маврикии, смело можете рассматривать этот отель в том числе. Спа-центр, как я уже говорила, да, с видом на Индийский океан. Даже наш спортзал будет, да, с видом на Индийский океан. Вот обратите внимание на левую верхнюю картинку. Когда вы бежите на беговой дорожке, вы как раз-таки смотрите в сторону Индийского океана и в сторону нашего солнышка. Детский клуб для детей с 4 до 12 лет, как и в предыдущем отеле, дети младше 4 лет тоже могут посещать мини-клуб, но в сопровождении кого-то из взрослых, да, то есть это либо один из родителей, либо нянечка. Все программы у нас индивидуально расписаны под возраст детишек, да, то есть у каждой возрастной группы будут свои отдельные программы. Что касается ресторанов, в этом отеле у нас представлено 4 потрясающих ресторана. Главный ресторан называется «Намад», разделен на несколько, да, вот таких вот уютных секций, потрясающий совершенно балкон с видом на Индийский океан. Конечно же, самые популярные столики за завтраком будут те столики, что находятся на балконе, да. Непосредственный вид на главный бассейн и вид на Индийский океан. Этот ресторан у нас будет открыт на завтрак и на ужин в параметрах, да, шведского стола. Каждый вечер у нас здесь накрываются различные, да, тематические шведские столы. Можно попробовать все кухни, от островной кухни Маврикии до азиатских специалитетов. То есть каждый обязательно найдет здесь что-то на свой вкус. Далее, на пляже расположился итальянский ресторан «Папарацци». Он у нас работает как итальянский ресторан на обед и на ужин. И на завтраке мы его эксклюзивно открываем для гостей крыла «Нирвана». Помните, да, вот то крыло, что у нас только для взрослых. То есть этот ресторан, он у нас находится на пограничной территории, да, между основной зоной отеля и зоной отеля «Нирвана», та, что только для взрослых. На завтрак мы его открываем эксклюзивно для гостей крыла «Нирвана», а на обед и на ужин он открыт для всех гостей отеля, как итальянский ресторан. Поскольку достаточно камерный ресторан, да, то рекомендуем бронировать столики здесь, особенно на ужин, да, чуточку заранее. Помимо этого ресторана, на пляже у нас еще есть один потрясающий, очень вкусный ресторан, который называется «Жули Мамзель». Это ресторан островной кухни, да, здесь, помимо всего прочего, представлены и маврикийские, и средиземноморские специалитеты. Открыт он у нас на обед и на ужин, в непосредственной близости, да, от Индийского океана, и здесь вот вечером особенно здорово сидеть, когда вы слушаете прибой, да, вот этот вот плеск небольшой волны, потому что Маврикий со всех сторон окружен коралловым рифом, да, поэтому большой волны на побережье никогда не будет, но вот как раз-таки этот плеск прибоя вечером, потрясающее, да, звуковое сопровождение к любому романтическому, парному или семейному ужину. И рядышком расположился ресторан «Кумин», ресторан азиатской и индийской кухни. Опять же, да, все самые острые соусы здесь будут подаваться отдельно, чтобы гости могли добавить перчинки, так скажем, да, на свой вкус. Открыт он у нас только на ужин, достаточно камерный, поэтому о броне столика на ужин лучше, конечно же, здесь тоже позаботиться заранее. Помимо ресторанов здесь есть несколько баров. Latitude Bar и Nirvana Pool Bar. Потрясающая совершенно коктейльная карта, которую мы разработали с нашим миксологом, один из ведущих мировых миксологов. И он помимо классической, да, вот, стандартной коктейльной карты, разработал для нас специальный коктейль на завтрак. Это безалкогольный коктейль на базе детокс-соков, который называется Eye Opener. Если вдруг, да, у вас утром глаза не открываются, кофе не помогает, чай не помогает, можете заказать себе этот коктейль, и он, кстати, бодрит, да, вот лучше любого кофе. Очень и очень рекомендую попробовать. Что еще хочется сказать? Кофейня, которая расположена на основном нашем уровне, там, где расположился ресепшн и наш главный бар. Мы работаем на базе кофе и льда, то есть когда вы заезжаете в отель, вас как раз-таки приветствует запах свежепожаренного и свежезаваренного кофе.
Еще один из таких, да, вот специальных наших баров, специальных локаций, это наш бар мороженого и сурбе, который называется «Скуп». Сюда можно с одной стороны подойти классическим способом, да, то есть прогуляться ножками, а с другой стороны можно подплыть со стороны главного бассейна. Конечно же, наши маленькие гости любят подплыть со стороны бассейна, заказать себе мороженое или сурбе с различными украшениями, соусами, присыпками. Ну, с утра до вечера, на самом деле, да, пользуются спросом вот именно этот наш главный бар. И я думаю, что взрослые гости тоже найдут себе здесь мороженое или сурбе по вкусу. Очень импонирует мне концепция лепетипла, такие, знаете, небольшие закусочки, которые представлены в первую очередь в нашем главном баре. Знаете, когда вот вечер, солнце идет к закату, вам еще рановато ужинать, да, но вот хочется какой-то напиток, какой-то дринк и небольшую закуску к нему, например, там бокальчик игристого вина, да, наблюдать за закатом и что-то перекусить вот именно к игристому вину. И вот эти вот брускетки, да, нарезки сыров, нарезки мясные, они очень и очень хорошо к этому моменту подходят. Поэтому тоже имейте вот этот момент в виду. Ну, про коктейльную карту мы с вами, в принципе, уже все обсудили, да. Что еще здесь есть? Большой выбор наземных и водных видов спорта, как, собственно, и во всех наших отелях. Гостям будет чем занять себя и будет чем занять своих детей, будучи на отдыхе в одном из наших отелей, ну и в отеле «Ле Меридиан» в частности. Мини-клуб для деток с 4 до 12 лет. У мини-клуба также есть свой собственный бассейн, который вы видите на картинке справа сверху. И вот если вы знаете, заезжаете в отель «Ле Меридиан» и смотрите на океан, да, а отель остается позади вас, получается, что левая сторона будет больше посвящена семьям, там будут располагаться большинство наших семейных номеров и наш детский клуб, а правая часть, да, вот крайняя правая часть будет как раз-таки крыло «Нирвана», посвященное отдыху наших взрослых гостей. Ну и вообще оба отеля, Westin и Meridian, они недалеко друг от друга находятся и находятся очень удобно расположены относительно основных достопримечательностей Маврикия. Из этих двух отелей достаточно легко попасть, да, на любую достопримечательность, будь то столица острова Порт-Луи, будь то сахарный музей, будь то ботанический сад или любые другие парки и аттракционы, представленные на острове Маврикий. Ну и поскольку отель часто занимается группами, да, у нас очень много тематических вечеров и ужинов, которые мы можем организовать для наших гостей с любой тематикой, поэтому имейте в виду, обращайтесь. Ну и последний отель, о котором я хотела вам сегодня рассказать, наша вишенка на торте, да, изюминка нашей коллекции, это отель JW Marriott Mauritius. Те из вас, кто с Маврикием имели дело ранее, возможно, помнят его как Сент-Реджис, да, до октября 2021 года этот отель существовал под брендом Сент-Реджис. И когда Маврикий открылся после пандемии в октябре 2021 года, мы провели здесь небольшое обновление, ребрендинг отеля, и открыли его как JW Marriott. Это отель уровня 5 Deluxe, отель, который представлен в таком более колониальном стиле, да, совершенно потрясающая локация на юго-западном побережье острова Маврикия, у подножия горы Люморн, которая является местом наследия ЮНЕСКО. Самые красивые закаты, потрясающий совершенно спот для кайтсерфа неподалеку, близость от природного парка Козела, от природного парка Ванила, да, вот в Козеле можно, в частности, погулять со львами и покормить жирафиков, да, вот имейте тоже этот момент для себя в виду. Прошу прощения. В отеле также расположена самая большая вилла в Индийском океане, которая занимает площадью 1600 квадратных метров. То есть, если ваши гости любят эксклюзивный отдых, найти для себя, да, какой-то интересный, необычный вариант размещения, то они могут рассмотреть эту четырехспальную виллу. Она у нас пока еще доступна к бронированию на пиковые даты, поэтому если ваших гостей такой вариант размещения может заинтересовать, тоже имейте ее в виду. 4 спальни, в каждой спальне мы можем размещать до 2+2, то есть до 8 взрослых и 8 детей могут комфортно разместиться у нас на этой вилле. Если мы говорим о размещении в целом, да, о номерах в этом отеле,
Базовая категория здесь у нас будет называться Junior Suite. Базовые категории у нас идут от 65 квадратных метров. Внутри по оснащению они будут похожи, да, но будут различаться своим расположением. Стандартные Junior Suite будут чуть-чуть подальше от пляжа. Да, они вот в таких вот подковочках у нас расположены относительно пляжа. Те, что чуть дальше от пляжа, это будут просто Junior Suite. С видом на океан Ocean Junior Suite, чуть-чуть поближе, да, соответственно, к Индийскому океану. Beachfront Junior Suite еще ближе к океану будут расположены и больше по размеру. Они уже у нас будут 75 квадратных метров. Каждая категория размещает до 2 взрослых и 2 детей. Если кто-то хочет гарантированно первую линию, более просторные номера, да, до 150 квадратных метров, рекомендуем рассмотреть наши Grand Suite. Они у нас есть на втором этаже с балконом, либо на первом этаже, который называется Beachfront Access Grand Suite. Да? То есть если вы в названии номера видите Beachfront Balcony, это второй этаж, и Beachfront Access, соответственно, это первый этаж и прямой доступ к пляжу. Здесь у вас будет отдельная гостиная, отдельная спальня. Между ними есть, да, раскрывающаяся дверь, скользящая дверь. Поэтому если здесь вы будете размещаться с детками, то, соответственно, будет приватность у родителей относительно детей. Да, есть возможность закрыть эту дверь. В главном корпусе в Manor House расположились наши Manor House Spa Suite. Их уникальная особенность в том, что здесь в ванной комнате будут представлены массажные столы. То есть вы можете организовывать спа-процедуры непосредственно в вашем номере в отеле. Да, не нужно для этого будет посещать спа-центр. Хотя для тех, кто хочет разнообразить немножко свою спа-программу, да, какие-то процедуры можно заказывать в спа-центре, а какие-то делать непосредственно у себя в номере. Ну и наша вилла, да, о которой я уже немножко сказала, вилла на 4 спальни. У каждой спальни свой индивидуальный бассейн. У виллы есть также, да, своя отдельная система батлеров, свой шеф-повар, отдельный заезд, индивидуальный чек-ин, да, отдельная парковка, если это необходимо, свой приватный кусочек пляжа. Поэтому обратите вот, пожалуйста, на эту виллу внимание. Она пользуется большим спросом и достаточно большая по размеру, 1600 квадратных метров. Это одна из самых больших вилл вообще в Индийском океане. Вот таким вот образом она у нас выглядит. Как я уже говорила, на пиковые даты, да, с 19 декабря по 7 января, пока она еще доступна к продаже, можно ее успеть забронировать. Что касается ресторанов в этом отеле, да, выбор из 5 ресторанов на любой вкус. Главный ресторан здесь называется Le Manoir Dining, представлена будет французская кухня, французская высокая кухня. Для тех, кто любит азиатские специалитеты, индийский ресторан Simply India, который будет открыт только на ужин. Потрясающе красивый интерьер, да, все самые острые соусы, как и во всех наших индийских ресторанах, будут подаваться отдельно. Ресторан японской гастрономии, ресторан Atsuko, тоже открыт только на ужин. Совсем недавно сюда мы добавили типаньяки стол, да, для тех, кто любит попробовать типаньяки, имейте в виду. Рядышком с ним расположился ресторан Floating Market, где представлены паназиатские специалитеты, тоже открыт на ужин с 6:30 до 10 вечера. Ну и любимчик гостей из стран СНГ – это наш ресторан Boat House Bar & Grill. Ресторан, который расположился на пляже, предлагает итальянскую и средиземноморскую кухню, блюда на гриле из мяса, из морепродуктов. На самом деле, да, вот если говорить о России, странах СНГ, наверное, это будет самый любимый ресторан у наших гостей. И здесь, в дополнение к обедам и ужинам, мы также открываем его на завтраки для так называемых элит-завтраков. Да? Если ваши гости не хотят, допустим, завтракать в главном ресторане Le Manoir, они могут заказать за дополнительную плату здесь себе так называемый элитный завтрак с непосредственным видом на Индийский океан. Что еще? Потрясающий совершенно спа-центр, который представлен у нас в этом отеле, это Pure Spa.
Здесь же рядышком расположился спортзал, джим, оформленный по последнему слову техники. Но самая главная изюминка, да, то, за что этот отель любят больше всего, это его потрясающий пляж, 750 метров беленького песочка, потрясающий заход в воду, отличная глубина. На самом деле, действительно, один из любимчиков вот этот отель для клиентов из стран СНГ. Здесь на западном побережье эндемически обитают дельфинчики, да, можно выйти в путешествие на лодке, поплавать рядом с ними. Здесь, как я уже говорила, недалеко популярный очень спот для кайтсерфа, да, чуть южнее нашего отеля, поэтому те гости, которые любят заниматься кайтсерфингом, они могут это делать, находясь на Маврикии. Есть свой мини-кинозал на 32 кресла, да, несколько сеансов каждый день мы проводим как для взрослых, так и для маленьких гостей. Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет. Ну, в общем, все возможности классного отеля уровня 5 Deluxe здесь у вас тоже будут в полной мере представлены. Программы, да, для деток каждого возраста здесь тоже у нас будут прописаны отдельно. Этот отель у нас работает на базе завтраков и есть возможность доплатить за полупансион или полный пансион в зависимости от предпочтений ваших гостей. Ну и, конечно же, все три наши отеля поддерживают активно программу по защите окружающей среды, потому что мы хотим сохранить наш остров в том виде, в котором он существует, еще очень и очень долго. Ну что ж, я хочу вам сказать огромное большое спасибо за то, что вы провели это утро вместе с нами. Надеюсь, что вебинар был для вас полезным. Я благодарю вас за ваше время и за ваше внимание и надеюсь на скорую встречу на острове Маврикий. Спасибо большое всем, кто сегодня был с нами. Спасибо туроператору Fun & Sun за организацию этого вебинара и до новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Спасибо большое, Наталья, вам за презентацию. Спасибо большое, коллеги. Всем до свидания, хорошего дня.